Всем доброе утро. На часах начало 7-го. Думаю, многие еще спят, потому что 31 декабря, выходной. Но вот некоторым товарищам этого не объяснишь. Приходится гулять в любую погоду. Так что мы пошли по своим делам, а вы еще немножко поспите. Иринка, наверное, еще тоже дрыхнет. Ага, дрыхнет Иринка, конечно. Только в 7 утра, а я уже сына хоккеиста на тренировку свозила. Вон, с клюшкой сидит. Полюбуйтесь. И спать-то вообще некогда. Столько дел еще нужно сделать. Салат какой-то новогодний придумать. Кстати, а что там Ольга Фадеева советовала? Надо посмотреть. Доброе утро, друзья! Сегодня мы пришли за новогодним рецептом к Ольге Фадеевой, хозяйке ресторана «Русь». Оль, доброе утро! Доброе новогоднее утро! Что бы такое приготовить на праздник? Мы готовим красивый салат. Наша задача не просто принять гостей, а принять гостей за красивым новогодним столом. Поэтому мы предлагаем рецепт салата, красивое его оформление, чтобы у нас радовался глаз, радовались наши гости, было очень вкусно, и нам запомнился этот вечер. Салат будет называться «Шишка». Для этого используются ингредиенты достаточно простые. Один ингредиент, который, ну, может быть, мы покупаем, но не всегда используем в салат, это орехи миндаль. Из самого такого сложного ингредиента все остальное просто. Отварная курица, яйца, маринованные огурцы, ветчина или колбаса по вкусу, кто что больше любит, сыр, майонез, чеснок, отварной картофель. Приступим, наверное, с картошки. Вот у нас картофель отварной, мы почистили две штуки. Все ингредиенты нарезаем мелким кубиком и смешиваем. Приступаем. Готово. Приступаем к следующему. Нарезаем отварную курицу тоже мелким кубиком. Второй ингредиент готов. Все отправляем сюда, в общий салатник. Теперь кубиком нарезаем два яйца. Следующий ингредиент у нас – маринованные огурцы. Они придают такую терпкость, как раз к новогоднему ночному салату очень-очень подойдет. Берем, ну вот если они маленькие, на наши две шишечки, ну вот штучек 10. Совсем маленькие мы просто режем маленькими колечками. Ну, а если покрупнее, то режем тогда на кубики. Чтобы у нас огурец попадался, чувствовался. Нарезаем лук. Берем одну небольшую луковицу. И тоже нарезаем, как возможно, мелким кубиком. Приступаем к следующему ингредиенту. Это ветчина. Следующий ингредиент у нас остается – это сыр. Сыр мы натрем на крупной терке. Единственное, что мы должны еще положить в салат – это чеснок. Мы берем всего лишь один зубчик и натираем его на мелкой терке. Ну что, все ингредиенты мы задействовали. Теперь нам нужно что сделать? Салат перемешать. Для этого мы должны поперчить, посолить и добавить майонез. Теперь нам нужно что? Заправить майонезом. Мы сейчас вот возьмем где-нибудь две больших ложки и одну большую столовую ложку мы оставляем, чтобы помазать сверху. И чуть-чуть у нас осталось сыра. Мы на мелкой терке смешаем с майонезом и будем сверху смазывать. Сейчас мы, чтобы нам выложить две шишечки, нам нужно будет плотно сделать салат. Поэтому мы одеваем перчатки, чтобы нам можно было сформировать шишечку. Теперь нам нужно на эти шишки распределить вот как раз то, что у нас получилось. Это как раз где-то по одной столовой ложке.
берем миндаль. И теперь очень это творческая работа, которую задействуем всех, кто хочет Новый год, как говорится, встретить красиво. Вот у нас так получилось. Мы втыкали-втыкали, и у нас как раз ушло где-то 200 грамм. Сначала они у нас вот так вот топорщатся. Сейчас вот мы заканчиваем. Где у нас не хватает, добавляем. Если нам где-то кажется, что у нас шишечка неполноценная, мы немножечко добавляем миндаля. И чтобы у нас совсем походило это на шишку, мы немножечко сейчас опустим. Красиво у нас топорщится. И чтобы мы немножечко рукой придавим. Нам нужно украсить это веточками розмарина, чтобы у нас совсем был новогодний вид и новогодняя красота в этом салате. Произведение искусства в виде салата «Шишка» готово. По-моему, смотреться будет очень шикарно на новогоднем столе. Всех гостей удивите обязательно. Так что обязательно приготовьте. У нас все готово. Бокалы у нас наполнены. Мы хотим поздравить всех зареченцев, всех, кто нас смотрит, с наступающим Новым годом. Пожелать счастья, любви, удачи и успехов в Новом году. С наступающим! С наступающим! Спонсор рубрики «Ресторан Русь». Да, до Нового года пара часов, а настроения новогоднего как не было, так и нет. Вот где его взять, скажите? То ли дело было в детстве. Просыпаешься, и с самого утра новогоднее настроение. На примере детей сотрудников СКБ, которые веселились на елке 6 января 1979 года, предлагаем вам вспомнить, как в то время проходили новогодние праздники для малышей во Дворце культуры «Современник». Какие милые костюмы мамы сами шили своим ребятишкам. Как эффектно украшали холл и паркетный зал. Какой шикарной была сверкающая разноцветными лампочками елка. Какие изумительные номера готовили дыковцы. Как хороша была неизменная Снегурочка Ирина Сорокина. Самая первая елка. Мне тут всего лишь 2 годика. Я самая-самая маленькая стою, одетая в шубу. Да, как же мы радовались каждой елке, каждому новогоднему мероприятию в нашем детстве. Наверное, потому что их было очень мало. То ли дело сейчас. Доброе утро! Впереди 10 новогодних дней. Предлагаю узнать, как их провести весело. Впереди новогодняя афиша. В этот раз праздник будет особенным. Помимо привычных голубых огоньков на центральных каналах, предлагаем присоединиться к атомному телевидению и встречать 21 год с городами отрасли. Это секрет. Транслировать передачу с Атом ТВ мы будем и на нашем канале. Начало 31 декабря в 21:55.
Кроме того, зареченские учреждения культуры предлагают трансляции праздничных концертов и всевозможных мероприятий на своих официальных аккаунтах в социальных сетях. Так что можно вообще не выходить из дома. Ну а если привыкли по старинке, то уже в первый новогодний день, а вернее в 2 часа ночи 1 января, встречаемся на Фонтанной площади у Дворца культуры «Современник». Если придете, не забывайте про социальную дистанцию. 3 января в 10 часов приходите в зону отдыха «Лесная». Там будет конкурс рисунков на снегу, семейный праздник, новогодняя палитра. 3, 4, 7, 8, 9, 10 января в 10 часов в Центральном парке культуры и отдыха юных зареченцев ждет игровая программа «Веселый зимнюю порой». 3, 4, 5 января на площади у Дворца культуры «Современник» в 17 часов вас будет ждать детская студия новогоднего настроения и творчества «Снежные человечки». 5 января в 11 часов приходите в зону отдыха «Солнечная» поучаствовать в семейной игровой программе «Молодецкой удали. Морозы не помеха». А в 17 часов 5 января вас ждут в Центральном парке на игровую программу «Снежные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой». Переворачиваем календарь. 6 января на площади ДК «Современник» приходите за новогодним настроением. Там в 10:00 начнется День здоровья. В 11 часов перемещаемся на площадь детской школы искусств посмотреть, а может и поучаствовать в спортивно-цирковом празднике «Веселый добрый цирк». В 15 часов рождественские встречи открывает клуб «Парус». Приходите в малый зал Дворца культуры «Современник» 6 января. Не забывайте новогодние маски. А в 16 часов на площади Дворца культуры встречаем рождественский сочельник. 7 января в 10 часов всей семьей отправляемся в зону отдыха «Лесная» попрыгать и побегать в спортивной игровой программе «С Рождеством». В 12 часов приходите на рождественский праздник ко Дворцу культуры «Современник». 8 января в 11 часов детская школа искусств приглашает на фольклорный праздник «Зимние забавы». Дом культуры «Дружба» 8 и 9 января ждет всех на семейную развлекательную программу с новогодними персонажами в 11 часов. В 12 часов 9 января музейно-выставочный центр приглашает на ристалище отметить Новый год с танцем, юмором и песней. В программе подвижные игры и конкурсы. Приходите, но помните про меры предосторожности. На спортивную, развлекательную программу приглашает молодежно-досуговый центр «Ровесник». Приходите к учреждению 10 января в 14 часов. Все новогодние каникулы в городской библиотеке также будут проходить развлекательные программы и мероприятия. Подробности уточняйте. Помните, что в отличие от нас, вирус не уходит в отпуск. Соблюдайте социальную дистанцию, носите маску, мойте руки. Берегите себя и своих близких. Ой, чуть не забыла, обязательно проголосуйте за участников нашего конкурса фотографии «Раздомашний Новый год». Победителей мы наградим уже после новогодних каникул. Всех с наступающим! Дарья Алешина с супругом своими руками смастерили камин и нарядили самую большую елку в своей жизни.
многодетной семье Сорокиных все дружно готовятся к Новому году. Придумывают концертные номера, ищут в магазинах самые красивые игрушки и сами делают милые безделушки, пекут медовый торт и миндальное печенье, украшают елочку. Всех с праздником! Семья Данилы Горелова так здорово подготовилась к Новому году, что даже лось захотел встретить праздник вместе с ними. Окна расписали, снежинки повесили, елочку украсили и подобрали подходящие атрибуты для игры в сказочных персонажей. Даже домашняя любимица была не против примерить самодельный ободок сказочного оленя. Максим Кряжев встретит этот Новый год в костюме симпатичного зайчишки-трусишки. Будет, как в песенке, скакать под нарядной елочкой. Сегодня в нашем городе ожидается пасмурная погода. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем минус 5, минус 7, ночью 8-10 градусов мороза. Скидки от 20 до 60%. Только в новогодние праздники с 18 декабря по 10 января. Лале Антилоп. Zata.tv – единый интернет-портал городов Zata атомной промышленности. 10 городов-участников, всегда актуальные новости, совместные проекты, живое общение. Zata.tv – всегда вместе, всегда рядом. Приятели помогают, пока им не сложно. Но только настоящие друзья идут с вами до конца. Бесплатно довезем, поднимем и донесем до места установки. Например, смарт-телевизор Samsung и карту на 10 тысяч в подарок. Корпорация «Центр». Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегии «Росатома» и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом». Вот какая у меня новогодняя красавица получилась. Яркая, мигающая, волшебная. Осталось повесить одну только звездочку. Вот интересно, что приготовили звезды нам в наступающем 21-м году? Вы вообще верите в гороскопы? Овен, год сложится для вас довольно удачно. Практически все задуманное при должном усердии будет осуществляться. А вам настойчивости точно не занимать. Не упускайте свой шанс. Телец, год окажется для вас не самым спокойным, но стабильным и успешным. Отсутствие материальных трудностей послужит основой для реализации планов. Следите за своим здоровьем. Близнецы, вас наполнят неиссякаемые запасы энергии. Вы почувствуете себя способными свернуть горы и сделаете это. Помните, только в борьбе у вас получится достигнуть нужных результатов. Рак, в целом все сложится удачно, хотя и не обойдется без резких поворотов судьбы. Помните, что все зависит от вашего терпения и умения вовремя реагировать на внешние изменения. Лев, за этот год вам поступит много заманчивых и очень выгодных предложений. Нужно постараться выбрать самое перспективное и прибыльное из всех. Не забывайте о своей семье. Дева, вам представится возможность продемонстрировать свои таланты. Материальное благополучие и карьера будут стабильны. Неожиданности, которые вы так не любите, не предвидится. Весы. Год обязательно проверит вас на прочность и заставит под другим углом взглянуть на жизнь. Пришло время воплощать старые планы в реальность. Слишком много гениальных идей пылится в дальнем ящике. Скорпион. Удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях. Поэтому смело меняйте в жизни то, что надоело или не устраивает. Хорошее время для карьерного роста и финансовых накоплений. Стрелец. У вас будет возможность начать все заново и исправить прошлые ошибки. Меньше сомневайтесь в себе. У вас есть все данные, чтобы получить желаемое. Нужно только чуточку упорства и труда. Козерог. Вам будет не до отдыха и скуки. Работа и семья будут постоянно напоминать о себе, требуя внимания и поддержки. Придется принимать ответственные решения.
Водолей. Год станет для вас настоящим подарком судьбы. Даже те сферы, где раньше вы не хватали звезд с неба, покорятся вашему напору. В общении с коллегами и родными контролируйте эмоции. Рыбы. Вас ждет размеренное и спокойное течение жизни. В конце концов, все сложится так, как вам того давно хотелось. Романтика будет буквально витать в воздухе. Доброе утро! В эфире «Бредовости» и вот о чем я вам расскажу сегодня. Подарков много не бывает. Санта-Клаусы в духе времени. Новогоднее настроение и лосю приятно. Это видео, появившееся в сети, поразило зрителей. Как водится, после праздника все хвастаются подарками. Так вот, количество оных в этом доме просто зашкаливает. Конечно, может быть, в большинстве коробок вовсе нет ничего ценного, и они лежат около ели, так сказать, для антуража. Но пользователи все равно отметили, что это самая огромная куча презентов, которую они вообще видели в жизни. А некоторые и вовсе пожалели заботливую мать семейства, представив, сколько ей пришлось все это богатство упаковывать. Один художник из Перу решил не только поздравить всех с праздниками, но заодно и напомнить людям о важности мер профилактики, уже порядком надоевшего всем вируса. Для этого мужчина создал удивительную 3D-картину на песке, изображающую двух Санта-Клаусов, которые держат маску, призывая таким образом людей носить защитный аксессуар. Размеры этого произведения искусства впечатляют. 36,5 метров в длину и более 1,5 метра в ширину художнику потребовалось 12 часов на то, чтобы создать свой праздничный шедевр. Но действовал он не один, ему помогала команда учеников. Нарядными на праздник хотят быть не только люди. У животных тоже порой может возникнуть такое желание. В этом убедился житель Аляски, который, выйдя на крыльцо собственного дома, увидел необычного гостя. Лось с любопытством исследовал местность и случайно нацепил себе на морду рождественскую гирлянду. Немного опасаясь визитера, хозяин украшений все-таки решился протянуть руку и избавить животное от необычного наряда. Что же, придется лосю щеголять в своем привычном облике. И это все бредовости на сегодня. Ждите следующую подборку совсем скоро. Кто ходит по магазинам 31 декабря, тот поступает мудро. Вот, у меня даже список есть. Но дело не в этом. Я вот все думаю, все ругают 2020. А так ли он плох? Например, Заречный отметил в этом году 75-летие атомной отрасли. И не только Заречный, но и другие города Росатома. А что в них было хорошего? Сейчас узнаем. Дорогие друзья, подходит к завершению 2020 год. И в эти минуты мы хотим поделиться с вами личными событиями, которые произошли в этом году. Вот лично я съездила на свою малую родину, а мне удалось осуществить свою давнюю мечту и побывать на Байкале. Наша семья хотела посетить музей академика Семенова в Черноголовке. Это нам удалось. А мне с семьей удалось посетить Валдай. А я побывала в Абхазии. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я живу в городе Саров. Вот сейчас я нахожусь в исторической части нашего города на площади Ленина. Я очень люблю путешествовать, несмотря на такую ситуацию в городе, в мире. Вот, мне все-таки удалось побывать в Санкт-Петербурге этим летом. Я первый раз посетила Эрмитаж, первый раз посетила Мариинский театр. Я научилась работать совершенно по-другому, дистанционно. Здравствуйте, меня зовут Михалева Дарья, я из города Новоуральск, Свердловская область. 2020 год стал для нас непростым, но мы не унывали, не переставали работать и учиться. Для меня этот год запомнится тем, что я закончила музыкальную школу и заняла 3-е место на кулинарном онлайн-конкурсе. Ах ты наша красотулечка, наш симпатулечка! Куда ты так нарядно собралась? Поздравить жителей атомных городов с Новым годом! Новый год-то на носу уже! Тьфу ты, бородавка у меня на носу, ты про какой-то Новый год рассказываешь? Темная ты, бабуля. Выражение есть такое, Новый год на носу, значит, праздник скоро. Да, 2020 год-то какой тяжелый был, надо метлой его поганой поскорее гнать.
Делов-то я сколько передела. Полы намыла, ножки куриные смазала, чтоб не скрипели. Так вся страна порядок наводила, дома сидела поневоле. Не скажи, бабуся, хитришь. Не только порядок ведь ты наводила, но еще и колдовала удаленно. А хорошее-то было, пока Россия испытывала в космическом пространстве ракету «Ангара-5», а Китай добирался и таки добрался до Луны, наш музей Северска ворвался в онлайн-пространство. Режешь! Первый музейный квест в Зуме, новая видеорубрика «Музейный календарь», новый сайт, даже видеоблог о городе новый. Идем в стрит. Во! В Новоуральске благоустроили несколько территорий города. Одними из них стали бульвар Академика Кикоина и сквер перед институтом. Также к концу года в нашем городе завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Кедр Южный». В нашем городском округе Электростель в 2020 году произошло тоже много очень хороших событий. Впервые мэром нашего города стала женщина – Волкова Инна Юрьевна. А еще у нас построили новую дорогу до города Павловский Посад. И теперь мы к нашим соседям можем ездить буквально за 10 минут. В 2020 году открыта пешеходная зона. И сейчас мы можем гулять по прекрасной, уютной Вознесенской аллее. А еще был отремонтирован входной блок в историко-художественном музее. Выставочный зал городского округа «Электросталь» стал носить имя заслуженного художника России Олега Александровича Коняшина. В этот непростой год хочется всем пожелать благополучия, благополучия личного, в работе благополучия, везения, терпения, взаимопонимания. Вот. Ну и всем всего самого наилучшего. Дорогие жители атомных городов, в новом 2021 году город Северск и северчане желают вам всегда действовать сообща, приходить друг другу на помощь. Желаем вам личностного роста и успеха. Здоровья вам, вашим родным и близким. Я хочу поздравить вас с новым наступающим годом. Счастья, удачи и, самое главное, здоровья. С Новым годом! Merry Christmas and welcome to our winter wonderland. Hope you enjoy the tour. All right, let's go check out some more rooms. Пели, даже елочку нарядили. Только вот что делать с гаданием? Бэкап я так и не нашла. Может, у Иринки что-то получилось, надо ей позвонить. Алло? Ирин, привет! Привет! Ты вроде хотела с кем-то насчет быка договориться. Нет, ничего у меня не вышло. Быка не будет. А что же делать? На кофейной гуще, что ли, гадать будем? Да ну их эти гадания, давай лучше у Дедушки Мороза спросим, что нас ждет в 2021. Ну давай, набери его тогда. О, девчонки звонят. Доброе утро. Дедушка Мороз, скажи, пожалуйста, что всех нас ждет в 2021 году? Здоровье, любовь или финансовое благополучие? Нас ждет и любовь, и здоровье, и финансовое процветание, а еще счастье, радость, успехи, исполнение заветных желаний. Всех с Новым годом! Спасибо, Дедушка Мороз! Всех с Новым годом! Ура! Будьте счастливы и здоровы! До встречи в 2021!